Полесском государственном университете система двухуровневого образования, то есть бакалавриат и магистратура, формируются уже в течение нескольких лет. Сейчас пройти обучение на второй высшей ступени можно на одной из 10 магистерских программ. На рассмотрении находятся документы по еще 3 программам, что обеспечивает подготовку на второй ступени высшего образования по всем специальностям бакалавриата. На минувшей неделе состоялась защита магистерских практикоориентированных программ «Экономика и управление на предприятии» и «Маркетинг». Мне очень приятно сегодня послушать, какие работы подготовили наши магистранты. Вот, я думаю, что польза от этих работ будет. Хотелось бы пожелать и преподавателям, и тем, кто получит сегодня дипломы, хорошего жизненного пути, чтобы эти дипломы были применены на практике, в деятельности, чтобы с этих магистрантов скоро выросли новые кандидаты наук, доктора наук. Безусловно, чтобы от этой деятельности всей была польза не только нашему городу, но и всей нашей Беларуси. Подготовка магистров по практикоориентированным программам началась в 2012 году с классической для мировой практики программы «Бизнес-администрирование». Сейчас готовится к выпуску 3-й поток магистров этой программы. Она, кстати, единственная, по которой существуют требования к поступающим. Опыт практической работы не менее 2 лет. Выпускники программы уже работают и занимают различные посты на предприятиях города. Я избрал обучение в практикоориентированной магистратуре для того, чтобы углубить свои знания по избранной профессии благодаря более глубокому изучению и освоению теории. Отличительной чертой практикоориентированной магистратуры на сегодняшний день является то, что она является платформой для апробации и внедрения результатов магистерской диссертации. Мною была выбрана магистратура маркетинг. В принятом решении не сомневалась ни минуты, потому что давно поняла, что это истинно мой профиль. Я считаю, что обучение в магистратуре имеет практическую пользу для специалистов, потому что предполагает углубленное изучение опыта белорусских и иностранных компаний. А хороший специалист знает, что теория без практики, точно так же, как и практика без теории, желаемого результата не дает. Главная особенность всех магистерских программ – это то, что они направлены на получение практических знаний. Это значит, что выпускники смогут принимать конкретные решения и способствовать развитию бизнеса не только Полесского региона, но и страны в целом.